И запрещается законодательно для них производить банковские операции. And they cannot do any banking transactions. Это создает условия для того, чтобы человек, который не может себя реализовать из-за таких ограничений. So basically that limits their abilities. Да. Он, получается, отрезан от общества, so где нарушается не только его политическое право, но this и социальное право. Вот это вторая главная, наиглавнейшая проблема. Я еще раз подчеркиваю, что вот Жазира, Гульзира, Оксана, Ануар, люди, которые выразив свое мнение, власти, конструктивную критику, на сегодняшний день, они у нас уже считаются экстремистами по приговору суда. Ну вот для меня, как для адвоката, непонятно именно форма вот этого обвинения. Это, помимо этого, у меня еще были два дела в Каскелене, Еркин Казиев, которому следствие привязало это участие в чате, обвинив его в том, что обвинив его в том, что он занимался экстремистской деятельностью. Все, вот там никаких доказательств. But это было убеждение следствия. Все. И, да, и еще в Талдыкургане пенсионер. Пенсионер тоже выступил со своей гражданской позиции, где указал несогласие с выборами, получать информацию из разных источников, а не то, что дают официальные лица. Точно так же был осужден. Тоже он находился в тюрьме 4 месяца. Вот сейчас вы на сегодняшний день видите живых людей, осужденных за свои убеждения. Это второй вопрос. Да, теперь третий вопрос. Здесь по ходу своей работы я защищал людей за их религиозные позиции, за религиозное убеждение. В частности, я подниму здесь сейчас только своих людей. Шухрат Кибиров. Он, в принципе, в СМИ у нас тоже проходил, радио Азаттык освещало. Обвинили его в разжигании розни, и пропаганде терроризма за то, что якобы Кибиров загрузил средства ВКонтакте, это ВКонтакте, социальная сеть ВКонтакте, якобы туда загрузил 4 аудиотрека на арабском языке. Because he uploaded 4 audio tracks in Arabic into social media. Это песни. Those were the songs. Вот один аудиотрек это из фильма Абу Халиф. Абу Халиф. Вот это художественный фильм оттуда аудиотрек. Ну и еще такие. Просто. It was a movie, basically, and others were very similar. Смысл заключается вот в том, что не доказав, что это он загрузил, даже Бог с ним загрузил, не загрузил, человека осуди за арабские песни. The сейчас person was convicted because he was listening to Arabic music. So he is convicted to 6 years in prison. He is right now. Кстати, на это заседание приходил представитель консульства Соединенных Штатов Америки. The US consulate was attended that meeting or that court hearing, I guess.
Заседание суда. Да, там на заседание суда. Следующее, кого я тоже хотел поднять по религиозным вопросам, это тоже у меня недавно закончилось уголовное дело, который сделал репост фразы муфти Саудовской Аравии. И здесь наша экспертиза и комитет национальной безопасности признали его виновным в разжигании религиозной розни. И что самое это интересное по последнему моему примеру, который сейчас я говорю. And the most interesting thing about the last example of the last case. Здесь он репостнул в закрытой WhatsApp группе. Basically, he quoted this phrase in a closed group in WhatsApp. Тем самым просто на сегодняшний день вот мы видим, что власть действующая на сегодняшний день не может реагировать конкретно на критику, не может конкретно работать. И в данной ситуации это противоречит даже принципу демократического режима, который мы объявили, полнейшее отрицание права человека. Вот, просто я вот вкратце вам сейчас объяснил, я теперь думаю, что здесь уже непосредственно участники сами уже скажут свои проблемы. Да. То есть мы не говорим о глобальном, мы говорим о частном, конкретно случаях и конкретных людях. Да, у меня пока все. Если что, я могу добавить еще. Оксана, можете? Оксана, давайте ванну. Мы поняли, какая ситуация у нас здесь в Казахстане. У нас не поддерживаются демократические ценности. Меня осудили в июне 2019 года за то, что я вышла на митинг. За митинг я требовала... Я вышла против китайской экспансии. So basically, I was against Chinese expansion. Да. Затем я объявила, что я против строительства атомной электростанции на территории Алматинской области. Да, за это меня. Да, за это на меня завели уголовное дело. Значит, счета закрыты. They blocked my banking accounts. Да, суд не учел, что у меня несовершеннолетний ребенок. The court never considered the fact that I have a small child. Вот. И я так поняла, что у нас здесь по вопросы стоят по Магнитскому, да? Кого в списке? Да-да. Нас, да? И это тоже. Я бы хотела назвать фамилии, которые like непосредственно причастны, и вообще нужно их вот за их дети, за их деяния поставить вот в этот список Магнитского. Who should be included into Magnitsky's list? Кудибаев, начальник ДВД города Алматы. Mr. Кудибаев is the head of the local law enforcement agency. Пресс-секретарь ДВД Салтанат Азербек. Азербек Салтанат. Вот, потом начальник управления, следственного управления Салаев. Head of the investigation department Адил Салаев. И следователь Ержанова Толганай. Толганай Ержанова. Да. Вот этих четырех людей, они непосредственно
как бы выполняют такие нечестные приказы режима, да, и стремятся заключить в тюрьму женщин, многодетных, инвалидов, и как бы, я думаю, что они должны быть в списке Магнитского. Can I ask you, first of all, I'm so incredibly sorry about what you've been through. Во-первых, мне очень жаль, что такое с вами произошло. For me, as an international lawyer, it's obviously a travesty of justice. Для меня, как для международного правозащитника, это демонстрация отсутствия справедливости, скажем так. That you would be detained merely for opposing Chinese expansion. То, что вас задержали только за то, что вы были против строительства атомной электростанции и экспансии Китая. How did you express your opposition? Как вы выражали свою свою Was it in a private meeting or was it through the internet? I'm just trying to understand how they came to be aware of your views. Понять, как был объявлен митинг в Казахстане. They called for a meeting in Kazakhstan. Да, лидер оппозиции Мухтар Аблязов. Mr. Аблязов, the leader of the opposition, по интернету объявляет людям, uses the internet to call for a meeting, называя места и сборов, чтобы он как бы организовывает, да, на эти митинги выходят люди и хотят высказать правду. Я вышла на такой митинг, взяла микрофон и сказала, что сейчас вот в Китае такие преследуют мусульман, что я против китайской экспансии. Да, и против строительства атомной электростанции, потому что я знаю, что сейчас весь мир отказывается от таких способов добычи электричества. Вот, и атомная электростанция, она просто экологию портит. Поэтому, да, это была экологическая тема. How many people were at the meeting? А сколько людей на этом митинге? Ну, 1 мая было около 2000 people on the 1st of May. On that day. По-моему, больше. Около 4 было. В Алмате, сколько в Алмате, потому что в Астане еще и больше люди. Ну, больше, я так вот на вскидку, на взгляд говорю. Ну, есть, имеется видео в Ютубе. Да, много видеоматериалов, да, по этим митингам. Do you have a summary of your case, like a written summary of your case? У вас есть? Like 3 or 4 pages? На 3-4 страничках короткое описание вашего случая. Because if you want to talk about вашего дела. If you want to talk about Magnitsky or global Magnitsky list. Потому что если мы будем говорить про список Магнитского. Then it's very very helpful to put together. Well, no, not 100 pages. Нет, так много не надо. Страниц нам не надо. 3 or 4 pages. No. Есть срок, да? Например, я просто как раз вот твоих я защищал в этом деле. А у нас был другой адвокат. Я могу вам набрать резюме этого дела. Также я выходила 2 апреля. So another meeting that she participated in was международный день как бы аутистов. Day of autistic people. У нас осталось видео, мы его выложили в YouTube, поскольку у меня ребенок, тоже он проблемный, у него тоже диагноз связан с аутизмом. Да, я высказала, что Дарига Назарбаева, что мы не согласны с ней, и я назвала таких детей уродами. Я даже не знаю, как это сказать. Фрикс, да. Yeah. Вот, я сказала, что не согласна. So I said I disagree with that. Меня следователь Толана Ержанова, Да, и вот за это меня тоже очень долго преследовали, допрашивали, вызывали в ТВД, и на суде этот материал показали. During court hearings as well. Yeah. Well, I mean, the best. So the challenge is. Значит, сложность здесь следующая. You obviously live in a system without rule of law. То есть вы живете в системе, где нет верховенства закона. Да. Диктатура. It's dictatorship. Exactly. And so, putting pressure on the government from outside to change its behavior can be done, but is of course challenging.
и оказать давление на государство для того, чтобы они поменяли свое поведение или поменяли свой образ как бы деятельности, да, это очень сложно. These kinds of reports, like this one. Вот такие вот отчеты. Yeah. Are very very helpful. Они очень помогают в этом случае. Are you in this report? Ваше дело там есть в этом отчете? Он на английском? Нет. In Russian also, but. Нет, там лишь только. Какой год? Это последний отчет, он только. Задишев, там вот эти вот. Еще сессия на радость. Дева. Там дева Жатишева, там дева Ася Табишева, вот эти вот дела там. Да, к сожалению, здесь их нет. К сожалению, там их нет. Because, you know, as I'm sure you've heard, the U.S. and the United States and Kazakhstan are going to be having this new dialogue about political prisoners. Потому что, я думаю, вы знаете, но сейчас между Казахстаном и США в ближайшем будущем будет проводиться диалог о политических заключенных. Yes, and will, of course, also include political persecutions. И туда также будут, там будут охватываться вопросы политического преследования. And so even if you're not currently in jail, I would imagine your case is the kind of issue that should be discussed. И поэтому даже если то, что вы сейчас не находитесь, в тюрьме, ваше дело все-таки нужно обсуждать. But the United States, just as one country as an example, doesn't have the time or the resources to, for example, read that pile of documents. Да, но к сожалению, в представителе США не будет ни времени, ни возможности читать вот. Не, конечно. Можно скажу. Дело в том, что мы сейчас находимся под ограничением. Мы с 6 до 10 можем только выходить. 10 мы должны быть дома. Условно. We are also limited in what in our actions what we can do. For example, we have to be home by 10 p.m. We cannot leave the house after that time before 6 a.m. or something like that. Yeah. So I mean, I think one of the most important things that I would suggest is that you may have it already in Russian, but really need like a 3-5-page summary of your case. Нет, я просто, может быть, на русском это у вас уже есть, но вам нужно просто заготовить такое описание вашего случая, короткое, вашего дела, короткое, на 3-4-5 страничек, где будет объясняться. Like a half-page summary of the whole story. На полстранички краткое резюме всего случая. A section of the facts, which describes what happened. Раздел по фактам, где рассказываете, что случилось и когда случилось. That includes a legal analysis, what were you charged with. Юридический анализ, в чем вас обвиняют. You know, what were the claims that were made? Какие обвинения были выдвинуты? And then also includes the violations of плюс both нарушения. Local law and international law in your case. Местное законодательство, международного законодательства в вашем случае. Right, and then describes what the current status right now and what needs to happen next. То есть и описание текущего статуса сейчас, что дальше будет. And then lastly, the list of perpetrators. Who was it that was involved? Список участников, кто участвовал в этом. Because that and I think that it's important to have that because that's how you educate people about what's happening. На самом деле важно иметь вот этот этот маленький отчет, описание, потому что он позволит людям понять, что происходит. It's also important that other civil society groups that have credibility in Kazakhstan that work on human rights be briefed about the case and be able to review all the relevant documents. Он также этот документ, эти отчеты будут важны для того, чтобы ознакомить другие организации по гражданского общества, которые были заинтересованы в ваших случаях. То есть они в ваших делах, они бы с вами ознакомились, это было бы более эффективно, скажем так, подключить их к работе. Санкции можно приложить? Can we attach copies of sections and the convictions or rulings? What I would say is, when you're talking about giving a summary, for example, to the U.S. mission, no, because they're going to all be in Russian or Kazakh, I assume. Нет, если мы говорим о том, чтобы информировать миссию США о ваших делах, well, there are some people in the U.S. government that would have the ability to speak Russian. Потому что, к сожалению, никто там по-русски не будет этого ничего читать. You know, when I look at this report, for example. Вот, например, я вот беру этот отчет с переводом. Да-да, можно будет такое сделать. You know, typically, if you did this, the summary I've just described could have key quotations from the different, what are the most three most important sentences from the judgment, right? Could be quoted in the summary. Можно даже в этих 3-4 страничках цитатки привести из ваших заключений, например, два-три основных цитаты и выдержки из заключения можно написать. So my view is you would want to give the summary to the U.S.
you'd want to give the summary and probably the other documents to to Zoftis, to other human rights groups here. In То есть однозначно это описание ваших дел вы будете давать и Зофтису, и американскому совету, например, и, ну, представителям США, и каким-то организациям гражданского общества и так далее. То есть этот документ он вам нужен. Right, because these are NGOs that are well known. Потому что это будут НПО, которые в принципе у всех на слуху. And so if they take on your case and they say it's valid. Если они возьмут ваш случай, скажут, да, это стоящий случай, действительно такой. Then really the US, for example, won't ask any of the questions about Тогда whether the case is valid. Не будет вопросов, а действительно ли этот случай или нет. So those are just my brief recommendations. Это просто моя небольшая рекомендация. I'm happy to see it and I can share it with people. Не, я, конечно, могу взять, посмотреть и поделиться с другими. It really needs to be in English. На английском. And then I would suggest giving it to the U.S. consulate here. Ну плюс еще в Совет США лучше такие эти отчеты. Здесь одна ремарочка. Just one comment. Sure. Вот чтобы вы еще поняли ситуацию, 22 августа прошлого года я хотел дать пресс-конференцию Бюро по правам человека, где присутствовал радио Азатек, Новое время, Алматы ТВ и другие каналы, где вот эти титушки напали, сорвали нас, где напали на корреспондентов, сломали их. But somebody attacked the journalists, attacked us. Да, да. So basically they did everything not to где for потом that, после for that press, консул Соединенных Штатов Америки или посол сделал даже ноту протеста нашему президенту. Protested and issued the note of protest to our president. И виновные того нападения до сих пор не найдены. Дело who caused that fight, they have never been. А пресс-конференция как раз именно была по ней. Я хотел это сказать. Yeah. Да. Вот напали на сотрудников американского радио. Азатук, да? Да, точно. Я помню, случай был такой. Yeah, I mean, I think these are all things that should be in the briefing paper. Да, это summary of должно быть как раз таки в брифинге. Describing the facts. В том описательном маленьком отчете, где там факты эти писались. Можно я скажу? I mean, you know, my experience has been that the best way to address these problems is to shine a very, very bright light on what has happened. На самом деле, мой опыт работы с такими делами это в ярких красках и описать реально, что происходит. Хорошо. And so, это ваша работа, да? Нет, это вам абсолютно. Нет. So, in addition, of course, to providing these to local NGOs. Ну, и, во-первых, эту бумагу нужно будет дать местным НГО. There are international NGOs есть like Amnesty International, Human Rights Watch, Freedom House. Yes, as just some examples. Просто как пример. But you know, you would want to get your case mentioned by name, even if it's in a bigger report. If it's your name and two sentences explaining that you know, you're a mother with a child with disabilities, that you appeared at a discussion session where you criticized Chinese есть, expansion, you know, even if that's all said, to have mention in a major report by an Amnesty International Human Rights Watch, that sends a very strong message to the government authorities here. Это уже для правительства Казахстана имеет посыл очень. That people are watching your case very closely. Люди очень близко следят за вашим. What is the current status? You were convicted. Are is there any chance you're going to go back to jail? Or вы сейчас заключены, то есть вас обвинили, вас да. Они сейчас уже отбывающие наказание. Условный срок. Поэтому в 6 часов ограничение свободы. Ограничение свободы. Условно. I mean, не условно. Your story to me
is a very typical story of something that happens to countless people. На самом деле ваша история — это история многих людей, с которыми происходят очень похожие вещи. But it's very important that you come and talk about your situation. Но очень важно, чтобы вы говорили о своей ситуации. Because it's easy to just read many reports about human rights. Потому что очень просто читать отчеты о правах человека. Or talk about human rights in the abstract. Или говорить о каких-то абстрактных правах человека. But the government needs to be confronted when it comes to individual cases. Но когда дело касается конкретных случаев, конкретных дел. And specific violations of human rights. И конкретных нарушений прав человека, в данном случае вот это поможет работать с правительством. Жазира, вот хотела вот что-то сказать. Жазира, давайте скажи, Камила, не ты же здесь это объявляешь? Коротко. Первого мая я выступила с тем, чтобы подняли зарплату учителям, врачам, и потребовала списания кредитов. После этого весь май, июнь, начались преследования. С самого утра, с 9 утра, нас забирали в ДВД, обыскивали, и мы с маленькими детьми по 10 часов находились в здании ДВД. Нас не кормили, нам не давали пить. После этого нас отправили в тюрьму, оторвали нас от детей. В тюрьме мы сидели в одиночных камерах. Семье было запрещено свидание с нами. Я ничего не знала о своей семье. После митинга 1 мая уволили с работы мою дочь, уволили сына. Перед любыми демонстрациями, митинг, как только объявляются, задерживают моего брата, моих племянников. Их забирают в ДВД, и там они проводят время, их допрашивают. Одновременно сейчас меня сделали запрет на работу с банками. Use any banking services right now? И в то же время начинают забирать у меня ипотеки. But they're taking away my loans. Я не могу ни одну справку получить. I cannot get a single certificate from the bank because my banking activities have been blocked. Со всех сторон, получается, они нас заблокировали. So they're pressing us from all directions, from all sides. И защиты никакой нет. And we have no protection. So, when you spoke out in favor of raises for teachers and doctors. Когда мы выступали с призывом поднять зарплату. Where was that? Was that in a meeting? Was that online? Это был митинг 1 мая. Протест. We were there with children, with little children. Вот они, наши дети. These are my children, our children. И они вот нас оторвали, посадили после этого в тюрьму. Сейчас заставили 100 часов общественных работ. Well, now we have постоянно под наблюдением. Каждые 2 недели я хожу, отмечаюсь. Ко мне в любое время могут приезжать сотрудники домой. Проверяют, с кем я нахожусь дома. Were specific criminal charges made against you? Какие-то обвинения были выдвинуты против вас? Я сейчас считаюсь экстремистом. Yes, extremism. And were you convicted in court? А вас в суде обвинили? Yes. Приговором суда. Yes, yes. Officially, yes. Есть в Ютубе, это приговор нашего суда, там все прямо четко говорят. Нас четверых обвинили в экстремизме. They called us extremists. Вас приговорили. Да, она сказала. What were their claims in your cases? Because, I mean, obviously you're describing, you know, в тюрьме посещали меня. Criticizing China or nuclear power, or talking about raises for doctors and teachers, but in court, what were the prosecutors saying about what it is that you did? В суде что сказали, за что вас обвиняют? То есть я понятно, что вы выступали против за участие в организации, за то, что нам нравятся программы ДВК,
находясь в тюрьме, ко мне постоянно приходили сотрудники КМБ. Because we support DVC, the Democratic. И заставляли. So this is all just DC. Что из Афганистана? This is DCK related. Хотя это связано с Собянином. Заставляли снять видеообращение, что мы должны наговорить плохо, сказать против Облязова. Если вы хотите вернуться к детям. Хотя мы выходили, каждый выражал просто свое убеждение. Мы знаем, что у нас в стране, что у нас в стране не работают законы, не уважают конституцию. Да, и поэтому мы каждый вышли, мы даже друг друга не знали, мы просто вышли выразить свое убеждение. А в итоге нам всем сказали, что мы причастны к ДВК. При этом я еще хочу здесь добавить, вот Оксана сидит, ее когда задержали, у нее на руках был 8-месячный ребенок. Да. Вот, я хочу, что именно с 8-месячным ребенком в тюрьму посадили. Так, что вы хотите сказать? Well, unfortunately, in the United States right now, we're taking kids to prison who aren't with their parents. В США сейчас мы детей в тюрьму сажают, как раз, которые живут с родителями. То есть нелегальные иммигранты. Нет, да, иммигранты. Но здесь получается у нас политически заключенным уже 8-месячный ребенок. Yeah, but now it turns out that this 8-month child is a political prisoner as well. Вот. Ну, давайте я тогда начну. Меня зовут Оксана Шевчук, мне 30 лет. Would they not? I'll hear your whole story, but before, just on that narrow point first. Would they not let you give your child to another family member or others outside of the prison? Я, во-первых, сама не хотела ее отдавать, потому что это грудной ребенок. I didn't want to give her up because I was breastfeeding her. Нас, во-первых, когда задержали, мы просто шли по улице. I was just actually walking on the street. Был бессмертный полк у нас 9 мая. The 9th of May, which was a victory day. There's a big movement, a city movement, when everyone goes out of the street to commemorate the, basically to celebrate the memory of the soldiers who just went in World War II. И вот я шла, ребенок был у меня на руках. Walking on the street with my child in my hand. Подошел ко мне мужчина в гражданской одежде. Wearing civilian clothes. Взял меня за руку и потащил. Grabbed me by the arm and dragged me somewhere. Вот, и он подвел меня к сотрудникам полиции. So he took me to the police. И я очень обрадовалась, что меня подвели к сотрудникам, потому что я думала, меня в какую-нибудь машину засунут. Да, ну мы шли как бы, Просто мужик на улице подошел. Нет, это был бессмертный полк, это было много людей. Да, дядька в гражданском подошел, Does the government police this or do they organize it? Это правительство вообще поддерживает? Да, это было то, что государство все это как бы поддерживало. Просто именно в этот же день после этой акции бессмертного полка планировался митинг. После этого. It turned out later that after that action, after that movement, when people went to commemorate World War II, they planned another meeting. Somebody else, Облязов, да. Должен был быть митинг, но я не успела даже туда дойти. But she didn't even make it there. Я ничего не сказала. She didn't say anything. Но так как я до этого уже участвовала. That was supposed to be literally right after that. Сразу после бессмертного полка, да? Нет, во время. То есть я говорю, еще даже бессмертный полк не закончился, это можно. Не, вот это. Есть, есть, есть. Сразу после. Да, сразу после. It was planned right after. So the government knew from some probably online chat group or something that you had said you were going to go to the DCK gathering. Знала, что вы пойдете на встречу ДВК, да?
Ну, пусть это грубо так, да, сказали, хотя я тоже выходила не из-за ДВК, а выразить свое мнение. I went to express my opinion, I had nothing to do with the democratic. But she'd already, she had said, okay, later today I'm going to go to a gathering organized by Ablyazov, not necessarily supporting them, but organized. And so your name was there somehow. I know you weren't supporting Ablyazov. Требование 1 мая, которое ты сказал, списание кредитов и потечек. She's going to start from the start. Первый раз я выступила 22 марта. First time I spoke up was on the И так получилось, что я на этом митинге и выступила. And it turned out that it happened so that I spoke up in that meeting, during that meeting. Вот, я озвучила 4 лозунга. And I had 4 claims in my speech. Первое – это социально-материнский пакет. The first one was to improve the social support for mothers. Так как я сама являюсь многодетной мамой. Because I was a mother of many children. I have 4. Вот старшему 13, вот самому младшему. Дальше я озвучила лозунг кредитная амнистия. And then I was asking for the loan amnesty. Потому что у меня у самой были кредиты, и чтобы с долгами расплачиваться, мы продавали квартиры, машины. Because I had loans and to be able to pay them back, we have to sell our house, our car, etc. Дальше я озвучила лозунг свободу с аэробуса Узбай. For the freedom of Саутбай. Это этническая казашка, this которая is an ethnic Kazakh woman, рассказала о пытках в Китае. Who shared her experience of tortures in China. Она пересекла границу с Китая в Казахстан, ее должны были вернуть обратно, и там ее ждала смертная казнь. So she basically she ran from China to Kazakhstan. She was supposed to be deported back, where she would be. Is this a Uyghur? Уйгурка. She's ethnic Kazakh. Это лидер движения, Атажур, который тоже против китайских блокировок. Конечно, эти лозунги озвучивал Аблязов в своих выступлениях. Ну, так как я посчитала, эти лозунги касаются меня, да, правильно и справедливо. То есть, если бы Аблязов сказал, давайте там пойдем убивать кого-нибудь, естественно, я бы такие лозунги не озвучила. Да, меня обвиняют именно в том, что вот, то есть, я как зомби, все, что говорит Аблязов, это делает. И меня задержали, конечно же. Вот, продержали 8 часов сначала в одном отделении полиции, потом... Are we talking in March, not May? Мы про март сейчас говорим. Да, про март. March. Вот, и там мне сказали, ну, то есть, почему ты говорила именно эти лозунги, so they were asking me, why were you saying this, are you part of this party? Да, состою ли я в этом движении, хотя оно официально никак не зарегистрировано. Although it's not officially registered anywhere in Kazakhstan. Вот. И на что потом мне сказали, в следующий раз подумаешь, прежде чем рот and открывать. And then they told me, you will think next time before opening up your mouth. Вот, меня отпустили. They let me go.
Я очень хорошо подумала, решила 1 мая пойду опять на митинг и скажу то, что я думаю. I considered it very well and I decided to go to the meeting on the 1st of May, that I would say everything that I have in mind. Там я высказывалась конкретно о детях. And on the 1st of May I was expressing my beliefs about children. То, что у нас дети, детей убивают, детей насилуют. Children are being raped, children are being killed. Да, это очень сильно, конечно же, задевает. Потом у нас в Актау, ну, я думаю, вы знаете, Айгуль Акберды тоже преследовалась, ее тоже хотели посадить. И я выступала также в ее поддержку. Вот, и после этого, так как я не поехала домой, меня не задержали. And since I didn't go home, I wasn't detained. Тогда митинг был очень хороший, я скажу, 2000 человек, наверное, вышло. It was a very big gathering because about 2000 people came out to the streets. Но нам потом сказали, что просто это дали специально возможность посмотреть, на что люди способны. But then we were told that they allowed that meeting to happen because they wanted to see what people were capable of. Да, после этого следующие митинги предотвращались сразу, людей растаскивали моментально. И людей задерживают раньше времени, на 3-4 дня. То есть, чтобы не собиралось большого количества. И вот меня, получается, 9 мая уже задержали. Я пряталась. 1 мая выступила, не появлялась дома. I expressed my opinion on the 1st of May and then I didn't go home. И 9 мая меня уже с ребенком поймали. On the 9th of May they finally caught me. Чтобы не допустить моего выступления. To prevent me to not let me speak. И меня привезли в ГВД. So they brought me to the police department. С ребенком. With the child. Провели обыск личный. They searched me. И вовремя того, пока я была в отделении. Проводили обыск дома. As I was in the my house as well. Да, у нас у всех обыски дома. Да, all of their houses were searched. По два раза. Мы забирали всю абсолютно технику, планшеты, so they took computers, носители жесткие, hard drives, компьютеры, ноутбуки. Не только у нас, да. Детей у наших. У детей у нас. Not just ours, but those that belong to our children as well. Вот, и в оконцовке уже вечером. Тогда у меня был другой адвокат, я ее отпустила, сказали, что мы сейчас поедем с Евой домой. Но so I had a different defense lawyer then, and I let her go, because they told us that they were going to release us. В итоге нас в 10 часов закрыли в ВВС. But eventually, at 10 o'clock p.m. they put us in prison, or to the isolation ward, or to whatever. Yeah. Basically, they didn't let her go. Мы не хотели, конечно, сказали, чтобы я дочку отдала. Сказали, что поднимайтесь наверх, меня выпустили. Вот. После этого нужно спросить. Повторный обыск, да. И арестовали на 4 месяца. Да, после этого нам дали домашний арест. Точнее, арест был на 2 месяца, но мы месяц просидели по домашнему. И 6 июля 6 июля должен был тоже быть митинг. There was another meeting that was supposed to take place. И власти решили, что вот Джазира, я Гузипа, я Ануар, пойдем на этот митинг, на общий свой арест. И нас всех посадили в тюрьму. So they put us in prison again to not let us go to the meeting. Причем мне, Ануару, подкинули листовки. And they framed us basically by putting some leaflets. Это было доказательством, что я нарушаю свой арест. Which was proof that I am violating my arrest orders. Подкидывал комитет национальной безопасности. It was the Committee of National Security that did this. Нашему ребенку была очень большая травма. Он там плакал, кричал, когда меня забирали. Because when they took me away, it was really hysterical. И младшая дочь первые два дня, когда меня посадили, она тоже просыпалась, била мою маму по лицу, плакала и понимала, что происходит. And it was a big trauma for my youngest daughter as well, because she had no idea what was going on. И хоть маленькая, я вижу, что у нее до сих пор на меня обида, она меня тоже иногда бьет. I see that she's still going through that
Она забыла тебя. Да, она забыла, до сих пор полетит ее бабушка. Grandmother now is her mother. Because she doesn't. Конечно, травмировали детей. I think that it was a big trauma for my children. How long were you in prison? Четыре с половиной месяца. Ребенок был на грудном вскармливании, и когда меня забирали, ей было 9 месяцев. В одиночных камерах мы сидели 12 дней. And so when did you get out of prison? Когда вас выпустили? 19 ноября. On the 19th of November. And what was the length of your prison term that you were sentenced to? А приговорили вас к какому сроку? Год ограничения свободы. А в тюрьме? А нет, в тюрьме вы сначала нам дали санкцию на 2 месяца, это же как последствия нас получается. While she was being до суда. До суда мы ждали суда. She was in prison four and a half months, but then she was convicted to a year of limited on parole basically. Yeah. Okay. То есть сейчас, дела уголовные на нас, на всех, завели вот в начале мая, да, в числе 6 мая. У меня тоже 6 мая. У всех 6 мая, по-моему, нам было. Поэтому тоже политический экстремист по приговору. По приговору. Well, for what it's worth, you don't seem like you're extremist to me. Но на самом деле не производите впечатления экстремизма. You already know that. Ну, вы это знаете. Во время, когда мы сидели в тюрьме, меня, например, 6 раз посещали сотрудники КНБ. So when we were in prison, I was visited by people from KNA. У нас говорят комитет Назарбаевской безопасности. They refer to it as Nazarbayev Security Committee. Yeah. Вот. И каждый раз они говорили, что моего старшего сына посадили в тюрьму. Уже устроили в детский дом. Такое вот давление на нас. Проверить, как эфир идет. Они нас просто уничтожали психологически. So are you planning on coming? Are you planning on attending any more meetings? Планируете еще на эти встречи ходить? Она нельзя, значит, на 2 года нам нельзя. На встречи на митинги нельзя. Ну, на встречи я хожу по судам, я хожу вот в ИВС. Передаем передачи ребятам. Сейчас в ВС сидят у нас 8 человек. Сегодня нескольких. I still go to prison to visit other prisoners that are there while they're under investigation. But I cannot attend big meetings. Так что много, каждый месяц буквально сажают у нас людей, которые выходят с пикетами на улице. Yeah, every month they put somebody in prison who goes out to picket. So why do you think the government is so afraid of Облязова? Почему правительство, по вашему мнению, так боится Облязова? Ну потому что он реальный человек, конкурент. Очень сильный конкурент. Да, знает, что его поддерживает большинство народа. Well, he is supported by a lot of people. Да, в начале 2000-х годов. In the early 2000s. Просто Назарбаев видел, что за ним пошли люди. A lot of people followed him. Он был, как сказать, он выдвигал такие принципы демократические. And he was, да, he was claiming, he was asking for, well, he was actually describing social programs and democratic principles. И он говорил, что при всем богатстве нашей страны, люди живут бедно. He was saying that even the wealth of the country, people are still very poor. У нас средняя зарплата в Москве 50-60 тысяч тенге. Это даже до $200 не дотягивает. И я все-таки думаю, что не Облязова боятся, а боятся гнева народа. Людей. Если людям давать выходить на митинги и не задерживать, то есть на самом деле люди без страха,
Да? Я ничего да. Не кушай. Да, добавим. Я вот, как это, Шарлиев Ануар Тулебергенович, инвалид третий. Ну, хотел сказать, что международные обязательства мы перед миром Казахстан не по демократии. Нет, он не уважает права человека. Он без проблем может посадить любого человека. Ага, ну, Назарбаев, он диктатор, я не знаю. Здесь Алмата, Казахстан, везде его лучшие здания. Ну, он как, он очень богатый человек. Ну, я не знаю, говорят, что он ворует от Казахстана в год 30 миллиардов долларов. Через зарплаты, ну как это, у нас экспортное предприятие, но у нас, я не знаю, нефтяники, все остальные, которые много людей, миллион людей они на экспортных предприятиях, они получают по 200 долларов, по 300 долларов, 100 тысяч тенге. Когда критикуешь власть, когда критикуешь власть, потому что есть очень большие системные ошибки, что весь народ Казахстана очень плохо работает, власть не работает. Власть очень коррумпированная, на всех эшелонах власти, я не знаю. Ага, от одного... Ну как, рыба гниет с головы, от Назарбаева идет все полностью разрушение. Он диктатор. Он может любого убить. Я не знаю, ну были и есть доводы. Просто он боится народного гнева. На нем очень много преступлений, когда народ начнет это, выйдет это все, увидите. Но на самом деле его аппарат президента не дает, не уважает права человека. Вот самое главное. Международные обязательства перед Америкой тоже нет. Вы теперь помогите нам. Freedom, я не знаю, вы говорите, есть такие human rights. Давайте как-нибудь покажем. Вот полностью, это у меня как суд шел. Полностью, видеофиксация, все есть. Ага. А это мое как следствие шло. Все есть, полностью пакет документов. Была нарушена конституция, моя конституция. Мои конституционные права. Ага. И вот... Хотел заявить. So what is your case? What happened to you? Что с вами произошло? Рассказывай. 1 мая мы собрались 2000 людей. Даже может больше. Власти испугались Казахстана. Нас закрыли в парке Горького, позвали ОМОН, полицию, все там. Ага. И мы как-то сильно выразились, что народ нас поддержал, начал аплодировать нашим высказываниям. А мы говорили, как критиковали конструктивные ошибки этой власти, системные, то есть ошибки. Ага. И из-за этого мы после этого начали, каждый персонаж, я не знаю, начал гонением, ну, запугиванием, давлением, там. Я сидел административный арест за 1 мая. Потом был у меня домашний арест. Потом уже третье уголовное дело за один день в тюрьму посадили. Я отсидел 4,5 месяца также за свои убеждения. Потому что мне, ну, суд, как его, Комитет национальной безопасности подкидывает нам листовки, это их не основание. Это было конкретно их не основание, что мы поддерживаем экстремистскую партию, экстремистское народное движение. Демократический выбор Казахстана, ага, который возглавляет Аблязов. What did the leaflet say? Шестого мая выходите на митинг и все.
Хотя вот до этого, что мы говорили, ну вы можете посмотреть по интернету через YouTube, это были всегда мирные акции протеста. Ни одни люди после этих митингов не пострадал ни на площади, нигде вообще. Ни одна витрина, ничего не сломалось. We didn't do anything, we didn't break anything, we didn't break any windows, any glasses. После 1 мая меня сажают на 15 суток административного ареста. Потом я выхожу и делаю, как это, мы акцию делаем. Go out of prison, we call for an action. Свободу политзаключенным. We call for freedom of political prisoners. После этого нас берут домашний арест. And then they put us under home arrest. Да, мы все участвовали. Ну, они, and we also took part in that. 9 июня у меня перед домом, я не знаю, 3 патрульные машины было. Полиции. У нас полиция, я не знаю, очень большое недоверие ко всему, потому что у нас президентская форма правления, он назначает все абсолютно. And we don't trust он here, король, царь, Бог. Think it's appointed by the president. Ну, что говорить. Он, у него все родственники, я не знаю, Верховный суд назначает все. Он может уничтожить. Вот и все. А можно спросить вообще, какова цель нашей встречи? Мне сказали, что uh-huh. составляют список Магнитского. So I was told that the goal of this meeting was to put together Magnitsky's list. Well, I wasn't informed of that in particular. Мне этого не говорили. I mean, there has already been a major submission made in Washington. Уже в Вашингтоне были начаты были действия по этому поводу. By a group of NGOs. Группа НПО. Proposing a range of people to be added to the Magnitsky list. То есть они предложили еще несколько имен, которые должны, ну, они предложили добавить их в список Магнитского. Let me explain to you. Because I think it's important for people to have reasonable expectations about how the Magnitsky list works. Я вам расскажу, как работает список Магнитского, чтобы вы понимали. At least the U.S. Magnitsky list. По крайней мере, тот список Магнитского, который в США существует. Right. The Magnitsky list is not for every perpetrator who has committed a crime against. Список Магнитского составляет, то есть туда попадает не каждый, кто нарушил, кто совершил преступление. So the Magnitsky list is intended from to be the worst of the worst. То есть список Магнитского, в него попадают худшие из худших. So, for example, one of the names that was put forward in this massive submission that was made privately in Washington was to put Kasimov on there. Например, одно из имен, которое было предложено для включения в список Магнитского через неофициальный канал, это был Касимов. Because he had overseen the Janusian massacre. Потому что он участвовал в убийствах. Because he oversaw the Ministry of Internal Security, which oversees all of the political prisons, and torture of political prisoners. Right. То есть были вовлечены, участвовали в пытках и так далее. Нет, это предложение. So the global Magnitsky list is not going to have thousands of people from every country. В нем не будет по тысяче человек с каждой страны. But really the worst of the worst. Yes. То есть туда будут попадать худшие из худших. And I think that makes sense. Я думаю, что это и... Вот президент может, да, просто. Да, это худшие из худших. So ordinarily the United States has not sanctioned the heads of state. То есть обычно США не выставляет санкции против. There have been some exceptions. За некоторым исключением. So you look at, for example, the former president of Sudan, who was indicted for Darfur's genocide. Президент Судана, который обвиняется в геноциде. The president of Belarus has been on U.S. sanctions lists. Белоруссии под санкциями США.